Доброго времени суток, с вами Светим без этой жизни. По просьбе, вернее, даже по критике одного из людей, который меня смотрел, у меня видео много трендежа, так что сегодня я удаляю два данных видео об объявлении акции, которая будет до 30.03.2021 года, и заменяю его на это, которое будет максимально короткое, информативное и, да, где будет трястись экран. Сделал я список и попробуем, ребят, сделать... ребят, извините. До сих пор привык к старым видео. Мужчины. Попробуем сделать все по списку, где я буду заранее готовить список того, что я должен вам сообщить. И если вам понравится, если будет так вам комфортнее, максимально информативно, то просто лот, будь добр, пиши мне опять же, и всем, кому понравится, тоже лайк. Всё. Первое, перс и сервер. Персонаж CPP программ, третий уровень. Фракция прирожденная, класс разящий клинок, мир Рутопос. Если вас кинул кто-то другой, с какой-то одной измененной буковкой, например, CPQP программ, это получается уже выходит, да, как раз CPQ программ или CQQQ программ, любой другой никнейм на любом другом сервере не является моим персом. Если вас кинул, я за это ответственность не несу. Дисклеймер есть, хорошо. Следующее. Что за розыгрыш плюс дата конца? Дата окончания сбора средств, скажем так, 29 число. Сам розыгрыш, вернее, его заключение пройдет завершение, уже сам процесс выбора победителей и количество голды, которое они получат, будет проводиться 30.03.2021 года в 15.00. Буду я все делать, где... В компиляторе сам программу написал. Следующее. Таблица. Таблица у нас вот. Вот. Конец розыгрыша. Ну и название, к сожалению, не придумал. Второе. Есть три поля, в котором у нас будет, скажем так, участники. Ну, даже не то чтобы три поля. Три варианта розыгрыша. Если это от 2 до 4, то данные условия соблюдаться. Если от 5 до 10, то будет 3 призовых места. Если 11 и более, то у нас будет 10 призовых мест с таким распределением фонда, ну или банка. Как по-моему, банка по мнению игроку лот, это фонд. Вот, но я считаю, что банк, как в казино все-таки. Пожалуйста. Все, следующее, почему... Следующее, при помощи программировать, при помощи это язык программирования общего назначения C++. Код будет вот таким. Сейчас даже это скопирую, потому что здесь у меня уже изменения какие-то есть. Угу. Да, вот, пожалуйста. Я потом пересчитаю, и все будет более верно. Вот такой код, и давайте его запустим. Проверим, что выходит. Да, вот именно то, что я сейчас делаю, я сделаю точно то же самое 30 числа, 03-го, в 15.00, засниму время, как идет. И, в принципе, все. Так, банк на данный момент составляет 3600 монет. Так, суть не то. 3600. И, допустим, я говорю, сейчас розыгрыша как такового нет. Винер, ловчик, получает 3600 голды. Все. Вот он у нас в списке имеется. Пожалуйста. И проверяем. 13. Он купил 2 билета, да? Ловчик, 2 билета. Все верно. Положил он голду в этот момент. И вот такое же время по МСК времени. Всё, пожалуйста. Все, это максимально информативно. Что я могу сказать? А, еще добавлю, что 100 голды это 1 билет. Я думаю, вы смогли так это понять. Потому что вот тут написано у нас. Все. И последний мой пункт, почему процедурное программирование? Ответ крайне прост, я могу и ООП, но ООП я знаю очень плохо. Я максимально долго, скажем так, изучал процедурное, потому что физически времени не было. Все, ребят, все, физически не было времени. После того, как я уволился с работы и нашел другую более простую работу, я уже смог, скажем так... Так, не сохранять ничего, не было изменено. И еще здесь хочу кое-что показать вам, то, что у меня был набросок по поводу ООП, это кому так интересно. Хотя знаю, что игрокам Warspy это в принципе не интересно, но, пожалуйста, вот продемонстрирую, что у меня имеется. Примерно вот такая тема у меня имеется.
Но я знаю, что мало, вернее, большая часть из вас вообще ничего не говорит. Но имею в виду, что вот данную тему я уже примерно рассматриваю. То есть возможность того, что у меня будет процесс. Так, это, видимо, пока я еще даже не начал заполнять. То есть набросок процедурного набросок розыгрыша при помощи ООП у меня уже имеется. То есть, но тут будет немножко другое, тут будут сундучки. То есть, грубо говоря, вы открываете кейсы, я запускаю код, и вам что-то будет отсюда выпадать. Пожалуйста. То есть это могут быть знаки, это могут быть ресы. Короче, скорее всего, все, что с лавки или все, что падает с РБ. Потому что я буду фармить плюс. Но это теоретически. Теоретически будет такой вариант. Я рассматриваю его как акцию на третий месяц розыгрышей. Это будет у нас 0,5. Но это еще неизвестно. Все, лот. Благодарю за критику. А также благодарю за то, что ты посмотришь это видео, знаешь, ты его посмотришь. Вот. Все, благодарю, надеюсь, тебя это видео устроит максимально информативно. Будь добр, отпиши, пожалуйста, в Арспе. Все. Всем спасибо за внимание. Благодарю за понимание. Все, всем пока.